Упражнение отведение через стороны с гантелями с акцентом на среднюю дельту. Исходное положение: гантели слегка перед собой, кисть повернута на себя таким образом, чтобы большой палец у нас при подъеме смотрел в пол, и мизинцем мы тянулись к потолку. Локоть слегка согнут, рука слегка согнута в локтевом суставе. Мы выполняем плавный подъем четко через стороны. Стараемся работать только в плечевом суставе, не подключая трапецию. Плавно выполняем подъем, при этом выдох. Плавно возвращаем гантели до бедра. Гантели и руки внизу не должны сводиться. Нагрузка должна на дельте идти постоянной. Выдох вверху. Выдох. Достаточно.